Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прия. Я нахожусь в утробе. Я нахожусь на замечательном маунте, а именно на коридорном ужасе. Это один из двух маунтов, который может передвигаться по утробе. Это замечательный маунт с целью ускорения фарма утробы, с целью того, чтобы просто-напросто быстрее получать валюту. Маунт реально замечательный. Альтернатива ему — это охота, темные гончие, темные псы, как-то так она называется, и спавнится в загонах. Но там имеется определенный шанс получения, а именно коридорный ужас дается за достижение прохождения восьмого этажа извилистых коридоров Таргасте, башни проклятых. Также мы и другие различные награды лутаем. За второй левел мы получаем питомца, а именно искатель смерти. Сейчас найду его, это самый обычный глазик. Призову его. Вот оно. Такой вот глазик. А далее, за четвертый уровень мы получаем игрушку, шлем покоренных. Просто-напросто меняется моделька нашего персонажа на мопца из утробы. За шестой левел мы получаем звание исследователь шпилей. По-моему, как-то так оно называется. Да, вот оно. И за восьмой уровень самая сладкая награда — маунт, коридорный ужас, который может передвигаться по утробе постоянно. Это круто, это классно. От себя могу сказать то, что прохождение Торгаста, а именно 8 этажей, заняло продолжительное время, где-то часов 8-9. Был также ресет на 8 ярусе, так как 8 ярус он реально немножко сложный. И на 13 уровне произошла проблема такого плана, что у меня просто-напросто здоровье было 66 тысяч. Моб ластовый критическим выстрелом ударил по мне 98 тысяч. И к тому же модификатор дебаф изначально прокнул на увеличение получаемого физдэмэджа. Это неприятно. То есть мы не должны забывать о талантах на здоровье. Далее, что еще скажу. Модификаторы, которые мы видим в самом начале и которые в дальнейшем появляются, они рандомны. Если вам попадается какой-то не тот модификатор, который вы хотите видеть, не тот дебаф, который вы хотите видеть, просто выходите в самом начале и все, прокнет что-либо другое. Если в первом шарике анимы прокает что-то бесполезное, опять же выходите, заходите по новой, быть может прокнет эпический талант. Это замечательно. Также, что еще хочется сказать, далее предложено абсолютно все убийство боссов. ДПС зашкаливает, ХПС зашкаливает, эмоции где-то имеются. Это вырезки с Твича, то есть там немножко могут быть рассинхроны, но в принципе поведение на боссах вы прекрасно увидите, то есть как действовать с какими-либо боссами, что с ними нужно делать и все такое прочее. Если вам интересно полное прохождение со смертями, с выборами талантов, с объяснением, почему какой талант был выбран, то я оставлю ссылочки в описании на прошлые трансляции, которые уже были проведены по этому Торгасту, и вы прекрасно все увидите. Тут же, в этом отрывке на ютубчике, в дальнейшем вы увидите лишь только убийство боссов. Так что как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Желаю вам удачи в прохождении Торгаста, извилистых коридоров. До скорого! Кубика нету. Херово. Не имею желания.
Такое просто-напросто не прокатит. Без кубика придется. Да, не проблема. Лилиборн в КД? Ну и ладно. Кто кого хейтит? Я ваншот получил, если чё. Прикольно, не правда ли? Ну, я... Этого босса, короче, надо его покайфить. Немножечко. Ой-ой-ой. Ой, больно. У них еще могут питомцы упасть, кстати, с шансом там 1%. Я думаю, всадник прокнет, насколько мне известно, там плюс 30, что ли, такое вроде. А на маунте прям плюс 100 бегаешь или по кайфу. Не, на гонщик работает нормально, охота. Не знаю, что там у других событий. Да, Воргеном идеально в этом плане. На 4 лапы встал, побежал. Это нормально. 10-11 лямов, это нормально. Вот, смотри, у моба 4 было. У меня ДПС 160 тысяч. Все, моб умер. А, моб жил. Моб жил. 30 секунд. Ну окей, 10-11 лямов будут жить. Минуту полторы. Две, если мне придется кайтить, например. Ничего себе, каст быстрый какой. Угу. То есть он делает быстрый каст с целью того, чтобы уменьшить по себе получаемый дэмэдж. Окей, хорошо. Кастуй, кастуй, дурачок. Кастуй. Гриппом не сбивается. Странно.
Чтобы вы просто понимали, у меня у питомца было больше дэмэджа, поэтому агро было на питомца. Ой, смешно. Да, в 9-4 какого-нибудь 9-3, когда уже кончится шайл, наверное. Сейчас я себя набафую Кайлайна. Все. Кончился клубящийся туман. Смотри, а модель меча есть. Анимации немножко видно. Чуть-чуть прям было видно. Найс. Ну он просто берет, пропадает. Ну, зачем? Почему? Почему? Нужно, кстати, поаккуратнее с мобом работать. Вот, немножко агрессивный. Сфера же соуешится, правильно? Да, правильно. Ты чё? Сколько он по мне долбанул сейчас? 1070? Что, дурачок, блядь, совсем? Топ! Атака ближнего боя. Казарус падший. 90? 2000. Я думал 50. 92 007. Боссы просто. Ну и я тоже. Что там было? Пиковый дэмэдж где-то 200, да? Он фул хп мне. Ну, я не выбежал из войды его, а он мне фул хп. У меня просто какой-то фул хил прокнул, я не понял вообще, что за прикол. Чекай, удар по земле 154 тысячи. Блять, дурацкий моб, типа, у меня винкирская способность кровь разливает. Этот дурачок тоже кровь льет. Просто жуть вообще. Нормально на нем не отыграешь, он меня убьет рано или поздно. Я прям это чувствую. Я же могу вообще технику бесконтактного боя делать. Ну смотри, он все просто залил рядом с собой. Ну не пиздюк ли? Ну, дэмэдж в жопе. Что это, ну блядь, что это 120 тысяч вообще, вы что, смеетесь, что ли? Что это за дело?
Так, поехали. Зонтик даже не пробует. Печально. Да ладно, искусности и так много хорошо в целом. Это седьмой ярус. Ну, уровень 6, написано справа. Долго он как-то умирал. Без кубика справлюсь. Так, а что за щиток на нем? Не понимаю. Он как-то медленно просаживается, кстати. А почему? Имеется такой question. Не понимаю, не понимаю. Шипастый панцирь. Получаем урон уменьшен на определенное число. А, ну, понятно теперь все. Теперь-то все встало на свои места. Но только я его еще бить не могу, у меня там питомцы стоят, танчат его. Понятно, я, короче, львиную долю дэмэджа просто теряю. Ужас. Так, с войска начинаем. Далее врата теней ради повышения получаемого дэмэджа у моба. Ну и все, поехали. Пьем поушен еще на плюс 30 получаемого. Ой, получаемого, наносимого дэмэджа. Увеличение получаемого дэмэджа, это было бы сильно. Хорошо. Имеют большой рейндж. А то так можно из платформы улететь. Сейчас вообще без шуток. Двигаться будешь? Кусок говна. Или так и будешь в этой зоне стоять? Давай-ка это, ножками шевели. Грипнуть что ли тебя? А что ты сам ходить не умеешь? Да, дэмэджа немного, но огромная выживаемость просто на текущий момент. А дэмэдж... дэмэдж наберется, я уверен в этом. Поехали. Сейчас надо в гулю еще закинуть концентрат. Ну, чекай, типа, у меня вообще дэмэджа не летит. Так, агрится у меня чуть-чуть только, да и все. Ну, это идеально. Можно начинать.
Замечательно. Хорошо, чат, хорошо. Так, дэмэдж, значит, да? Жезл Мороза мы выкидываем из рассмотрения дэмэджа, это так просто, филлерная способность. Кайлами, 2,6 дэмэджа. Далее, костяной урожай, талант синий, если чё, по своему качеству. 2 ляма, ну нормально, да? Синий талант бьет 2 ляма. Далее, вот питомцы ваши любимые, всадники. 4,4 Дарион. Вайтмейн 2,6. Торос 1%, что-то мало. Ему, наверное, не везло, он это. Сейвился, сейв ротацию нажимал. Ну и тут удары в сердце всякие, кайлы тоже они подкидывают иногда. Вот. Короче, нормально. Так, а чё по талантам аниме вышло? Ну вот, можете глянуть. Типа тайные специи со старта. Ой. Две расплаты Малдракфуса этого на 70% версы. Три концентрата, четыре владения смерти. Три всадника. Где талант на ХП? Не вижу. 13. Облероновых выносливостей, ХП 260 тысяч.